Ребята, всем привет! На связи Игорь из Ультравыхлоп. Сегодня мы прокачали гольф. Собственно, машина турбовая, она звучит достойно, прикольно, интересно. Поэтому мы взяли, решили убрать банку заднюю, раздвоение сделать и поставить другие насадки для того, чтобы вид сзади тоже немножко выделялся в потоке. На все про все было потрачено около 3 часов по времени. И вот готовый результат, довольный владелец и, собственно, ожидания которого оправдались. Сейчас зацените звук.